Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 8 октября наступает лучший период для многих. Судьбоносное время, которое изменит все. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Венера переходит в Деву 8 октября. И пробудет она там до 8 ноября. 8 октября Венера, планета любви, красоты и денег, входит в знак Девы. Там она пробудет до 8 ноября. В течение этого месячного периода мы сможем выразить свою любовь, активно присутствуя рядом с нашим партнером. Дева – это знак Земли, чувственный, но и довольно практичный, любящий думать. Пока Венера будет находиться в его обществе, в ближайшие 4 недели, то все, что мы покупаем, развлечения, которыми мы наслаждаемся, будут зависеть от возможности практического применения. С другой стороны, у нас появится желание проявлять заботу, любовь и внимание к другим. Но теневая сторона этой позиции – чрезмерная критичность к нашим партнерам или отношениям, придирчивость, нервозность, которая может привести к конфликтам. Во время цикла Венеры в Деве в октябре-ноябре 2023 года мы можем быть немного депрессивными и найти некоторые преимущества в медитациях. Нас будет интересовать, как обогатить свою жизнь, улучшить свое благосостояние. Нашим девизом ближайшей недели будет «Здоровье – это богатство». В этот период могут процветать предприятия, продвигающие здоровый образ жизни и правильное питание, потому что люди будут уделять больше внимания своему здоровью, самочувствию. Приверженность и внимание к деталям теперь также считаются более важными достоинствами. Влияние цикла Венеры в Деве на деньги, удовольствие и романтику проявляется в том, что люди становятся более консервативными и готовы проанализировать эти вопросы. Познакомиться с новыми людьми, которые могут стать друзьями или любовниками, можно благодаря нашей работе или приятным занятиям, так или иначе связанным со здоровьем. Некоторые люди могут проявлять особый интерес к ручному труду, ремеслам, бухгалтерскому учету с целью получения новых знаний. Любовь становится более практичной и сдержанной, когда Венера переходит в Деву, поскольку планета представит наши отношения, а Дева – это знак, который сосредотачивается на более практических вопросах жизни. Теперь этот транзит дает нам возможность активнее работать над нашим партнерством. Если у нас не может быть идеальной любви, мы бы предпочли не идти на компромисс в отношении других. Для тех, кто находится в отношениях, Венера в Деве – это космическая возможность сделать шаг назад и определить, а получают ли они в своих отношениях то, что заслуживают, с учетом практических аспектов отношений. Одинокие люди увидят некоторые красные флажки, которые в противном случае они могли бы пропустить в любовных интересах. Фактически, этот транзит может заставить нас больше уделять внимание работе, чем поиску любви. Минус этого транзита в том, что все будет под пристальным вниманием и есть риск конфликта с потенциальным партнером. Мы могли бы переусердствовать с излишней критикой и контролем, но этот период подходит для того, чтобы внести необходимые коррективы в наши отношения, чтобы мы могли двигаться вперед более позитивно. Также с 8 октября в этот промежуток времени наступает судьбоносный период для 4 знаков зодиака. С сегодняшнего дня начинается период, который считается очень успешным. Период, в течение которого человек может быстро и уверенно воплощать в жизнь свои желания. Это очень важный период для нескольких знаков зодиака, которым необходимо держаться за удачу и не отпускать ее. Все их большие мечты и желания сбудутся, а препятствия будут с легкостью устранены. Наступает счастливое время, в котором будет править удача. Эти дни будут удачными для всех представителей зодиака. Но есть 4 знака, которым магический период сможет принести наибольшую пользу. Кто они? Узнаете прямо сейчас. И первые знаки – это тельцы. Звезды обещают, для тельца это будет период полной гармонии. Не зря в последнее время вы так много работаете, иногда забывая об отдыхе. Удача за этот короткий период несколько раз посетит тельца. Такая удача приходит нечасто. Наконец-то вы получите большую награду, финансовую или моральную. Возможно, у вас есть какие-то заветные желания, исполнение которого вы давно ждали. Что ж, в начале октября это может стать реальностью. Второй знак – это, конечно, Дева. Дева всегда добивается успеха ценой своего большого труда. Но судьба не забывает о них, посылая в эти дни представителям знаки подарки. Вселенная всегда вознаградит Дев, если вы сами об этом попросите. Но и не забудьте, что каждая победа требует большого труда.
как и у всех представителей зодиака. У дев есть и свои тайные желания, в которые вы предпочитаете не посвящать окружающих. Радуйтесь, ведь ваши желания будут услышаны Вселенной, и они исполнятся на 100%. Вы будете счастливы, как маленькие дети, и поделитесь своим счастьем с другими. Следующие знаки – это весы. В этот период весы отодвинут на второй план все свои сомнения, будут наслаждаться заслуженным вниманием, бурлить идеями и получать от судьбы по заслугам. Эти дни будут наполнены удачей и счастьем, а весы уже давно заслужили больше этих благ. Вы поймете, что определенно находитесь на правильном пути и будете двигаться прямо к своим самым большим целям и мечтам. И последний знак – это козероги. Козероги не привыкли проявлять себя, потому что уже и так знают, чего заслуживают в этой жизни. Ваши главные качества – целеустремленность, настойчивость – помогут вам стать лидерами в ближайшие дни. Козероги всегда получают желаемое, не сомневаются в своих силах и твердо стоят на земле. Но вам нужно еще немного удачи на сфере личных отношений, и именно это с вами произойдет в ближайшие дни. Судьба улыбнется вашим любовным замыслам.